людей подберешь по дороге? Маша, там они вазик садятся. Около домов. Вот. Давай около домов. Здесь можно. Они по-моему, все вазик садятся и едут в город. У нас мест нет. Высадка. Так, ну я побежал. Ну мы уже свернули в город. Там БМП может подобрать, в принципе. БМП подберите народ. Наоборот, вперед, шеф. Не могу, мы уехали что-то на место. Руки вот тут есть. А мы сзади почистили. Точнее, захватили все. Где БТП уехал, чё? Так, все, бегом, бегом. Давай, пошли. Лагает вроде меньше стало. Вернее, вообще не лагает. Это ворон с миссией сделал, бегать вообще здесь стрёмно стало. Западный квадрат иду занимать, мне тут помощь нужна. Окапываюсь в доме. Он на метке где-то на позиции на самом. А, ну ты бить подобрал. Мат, бан. Так, я на связи. Где ты слышал? Мат. Да, все, на связи, я метку на себя поставил. Кренул дом. Опять я пятиэтажки. А БТР на связи? Наша пехота у амбаров есть? А, каких амбаров? Два амбара с белой крышей, с одним входом. Я не могу знать абсолютно. Знаешь, кто-нибудь у кого амбара с белой крышей есть? Видимо, нет. Попробуй стрельнуть сейчас, послушай. Блять, по своим бьешь. Свои там. Метка, блядь, стоит. Я справа. Тут здесь еще бегает крап с фраером. Свои или нет? У них раса нет. С фраером? Лайн. Метка стоит. Метки ставьте для миномета. Че, коробки, поехали. Наш бэттер в городе, да? Или он за городом? Тут уже все равно горит в востоке. На машине наши, да, уехали? Какая-то машинка здесь в городе катается. На машине белой наши уехали. Э. Ты навел свой? Миномет на связи? Есть связь с минометом? Да, есть. Хорошо. Прием, кто-нибудь заметил фуражку БМП? Ну, пока нет. Миномет сейчас вражеский по городу работает. Ну свой миномет корректирует. Понял, не могу наблюдать, у меня город здесь стрёмный обзор. С моей позиции. Попробую поближе к зоне вражеской подойти. Кто-то залит. Куда-то смотри, встали два этих большие с нижней. По три. Thank you.
залип-то. На ДВ залип. На ДВ залип. Бэха не знаю. Беттер вы не знаю. Ожидаю, не расходую снаряда, здесь нет вообще данных. Принято, ожидаю. Что-что? Ты на улице сейчас лежишь, да? Я возле дома своего лежу. Ну, окей, я бегаешь туда. Я хочу сменить позицию, но тут что-то как-то вообще не вариант. Выход на 220-230, там, помню, работал, когда бежал. На холмике стоит. А вражеская ПТР у желтой ЦР. У нас рядом миномет какой-то стреляет. С моей меткой рядом с моей меткой миномет стреляет. Свои, это наш или нет? Гонзар. Что? Я на метре стоит. Окей. Ты вот стоишь на высоте. Не бьют, бою, восточный надо. Как поняли, у нас в городе миномет. В городе миномет. Работаю в городе вражеский ПТР. Миномет. Рядом с моей меткой, неизвестно где. Это ты возле мусорки стоишь, сидишь там? Да-да, в уголке я сижу с пулеметом. Да-да, все принял. Так, господа, что будем делать? Ждать самолетов? Че-че-че? Я думаю, что наш самолет даже надеется. Ну, позиции-то заняли, а дальше что делать? А меня слышно? Забрать альфа... Ой, ПЗ, ты там с собой там не пойти. Дас. Фризы. Что выбили в городе сейчас? Крис позади нет. Он там, где упал миномет. Да я живу, я. У меня фризы что-то. Я немножко назад отошел. Внимание, самолет. Над городом упод. Да, свой. Это свой? Это свой да, самолет. Я пролетаю. Свой. Джек, чей потом катается? Беттер вражеский, скажем. Беттер вражеский, прием. В порту вражеский Беттер. Метку на него. Кто-нибудь наблюдал вражеский самолет, прием? Чё взорвалось? Попробую. Туда вражеский Беттер не могу точно дать. Порту вражеский Беттер, если никто не слышал. Меточку дал он. По мне снайпер отработал с моей позиции. Кто-нибудь по мне. Видел вражескую БМПшку? Привет. Позиция мины по мне работают. Вроде ушел. Паша, живой? Да, живу. Живой. Ты по мне, по-моему, работал. Нет, там вражеский миномет бил. ПТР, подтверди попадание. Вис. Я не могу подтвердить верность. Ну, практически. Гонза, у тебя ПГ-18? Да. В доме. Я в доме. Ага, я там затягиваю. Отходи. Вот тут домик. Домик, там окошко. Опять прием. Там на свете. На шопот впереди.
передвинулся в район церкви, сейчас метку обновлю. Метку обновлю. У нас где-то здесь миномет. Паша, Паша, где батарея? Проверяю, не могу сказать. Метка на старая. Нет, она старая, старая метка. У меня миномет здесь рядом долбит, я вот пытаюсь найти сначала его. Так, вижу трассер от Бэхи, сейчас попробую увидеть его. Он, видишь, маленько торчит. Огонь за живой? Фриза. Я в домике сижу. Фризит только меня или всех? Нет, есть чуть. Так, вижу Бэху. БМП вижу. Противник? Да, 250 от моей метки. Метку. Примерную метку дал, примерную. Может быть, поточнее. Она там была, уже сместилась. Сейчас она в лесу или найти. Как? Опиши, Паш. Она была на холме. Сейчас она, не могу найти. Это я по бытеру. Отвлечь. Я по миномёту. Нет, это он не сейчас. Не, не наш. Это наш северо-восток, слышно, парки. Смотри, сейчас это, по метке вражеской миномёт был. Я тут если что, с плюсом так хорошо свечу, если меня сейчас убьют, скорее всего придется делать двиг. Сейчас не надо. Паша, подожди попадание, помимо места. Не вижу, я слышу только, рядом где-то со мной. У нас потери? Рано. Гонт там живой? Но еще. Ты на потере, да? Не, я в доме. Ясно. Где наш потер? Не знаю. Пока нет. Порту есть. Хоббит еще есть? Да, захожу на дом. Всю информацию не сливаем в рацию. Смотри горизонт, что тебе этот не сбил. Постарайся его выйти. Хорошо. Аздоник, вижу БМП, она в лес заехала наверх, прям закатилась. Беттер наш в город. Беттер наш едет сейчас. Приехал ко мне. Да, наш, мы... А, по вам БМП сейчас отработает, вражеская, скорее всего, БМП отработает. У нас танкисты бегали или... Аздоник, она в лесу, прям там же где-то. Я чисто. Повторяю, БМП на западе, в районе порта. Где
примерно по лесу объясни. Очень нужны ориентиры, Паш. Срочно. На санкистов не было в городе, нет? Паш, вроде Паш, обновил, Паш, обновил метку. Метку одну обновил. Видимо, лэп, сейчас посмотрим. Вот день катается в Радужске, да? На севере, ребята, репетиция. Паша живой? Да, живой. Повторяю, на севере, репетиция. А видишь, камни на горе здоровые такие, надолбы на ней. Крутой склон не сойдет. Повторяю, вижу снайпера вражеского. Сейчас не вижу, откатился, но я примерно понял, о чем ты сейчас попробуй. Вот под ней прямо сразу. На 320 движение. 320. Позднее к нам или к нам? Ну, самый ближний край к нам. Уж влезет. Блять, тут по миномету, тут по миномету. Уйди там, пострел. Я не знаю. Тут бэха еще прямой обзор. Фаер, тут еще бэха и обзор прямой. Он на холме. Да, она на нас смотрит. Не хочу к нему. Бэха сваливает с холма, как поняли. Поехал, уехала оттуда, уехала. Типа. У нас технику выбили? Убил тут одну еще. Корвус. Да, да. Я впереди попадания приехал. Да, куда-то туда попал нормально. Я там за зданием, я не вижу просто. Там как, ну, как раз выбежал с той стороны на меня один, я его пристрелил, так что ну. Паша, Паша. Паша, живо. Да, живо, блин. Самолет на связи, что-то учится далеко. Вон, ты на том этаже. Ой, ты на. Это я в доме, который. Видишь меня? Я там с фризами пытаюсь победить так, фриза. Нет, не видно. Вот ими сейчас, да? Я сейчас выбежал на северо-восток. Значит, кто-то другой, это значит флайер или кто-то не знаю. А, это Паша, это не знаю, с ДВшкой. Почему? Это я мобильность. Я без ДВ, у меня ДВшка засунута, она спрятана. Что? Только мы сейчас кто-то с ДВшкой командир какой-то. Я вообще на мертвой. ДВшка спрятана у нас. На западном квадрате в синем БМП, там где моя метка стоит, она здесь, может, написано. Ладно, метка Гонза стоит. Метка на меня актуальна. Ну там, я на месте по штуку отработал с ПГ. Поставил метку на... Вражеская? Сбил, сбил вражеский самолет. Дымит. Почему снайпер бьет меня со спины у нас какой-то? Махнул, чё? Нет, я видел снайпера, я его спутнул. Наша пеха горит. Метки БМП, она уезжает. Попадание по самолету. Принял. У них БМП что попадало? Принял. У них БМП. А у нас че? Это ПТР, а вражеская ПТР едет в горы из дома города. На запад на морку едет. БМП. Ну че, может, будем пробовать замыкать кольцо? А, справка, вот город едет. Значит, на горку заедет и будет все красивее. А с Альфа есть у кого-то связь? Пускай они захватывают зону, а мы тут обороняем. Я тут флайера видел. Обе, добивай его. Махну из Альфа, но... Нет. Чё сгорело-то? Техника какая-то. ПБСП сгорела наша. У нас есть рандомёч? Ну, вон за есть ещё, да, РПГ-7. Метку на БМП ставьте. На западе, на горе, на 240 стоит БМП. Точную метку.
А, то есть через 1.5 километра? О, поверь, стреляют. Самолет по миномету. Хорош, хорош, Робби. Блядь, это меня падает. Все, БМП на час. Что там, бомба накрыла миномет? Миномет жив. Самолет сбили. Паша, в район порта бежит человек. Это БТР, автобахнул с БМП. Враг вроде. Ну, найди. С юго-запада? Да, с юго-запада. Ой, вообще на метке оказался... БМП, короче, лагает, он съезжает с горы в сторону горки и ёпт пашет обратно. Я не знаю, как его. Ну, я его ловлю. Не-не-не, я на позиции просто. Меточку обновил на себе. Уже заняли. Значит, их больше, чем меня. Я только одного видел. Вот этот чекал выбитый, нет? А СВДшка наша? Сейчас стрелял. Так, наша, он я видел одного в этих в ангарах красных. Или как они называются? Контейнер. Ну, меня из этого дома не видно. Самолет на встречать на выходе. Я. Попробуй БМП выбить. Самолет сможет? Поточнее, где он там находится? Это стоит, он лагает, съезжает с горы и... Паша, возле ангара одного. Блин. У южного. Основание мне не видно, холм закрывает. Если будут подниматься, убью. БМП под... Там, где метка стоит, там есть мост, он под нас. Да, наверное, сдвиг. Нет, БМП. Все, погнали на резерв. Чек. Окей, я сижу в БТРе в вражеском готовой. Но у него нет бензина. Ну это ладно. Стрелять есть чем? Да, есть чем стрелять. Пуск! 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 С района этого угла. Спарта, пуск! Спарта, пуск! Нет. БМП. Да. А, у него ни движков нет, у него нету топлива даже. Да, да, да. Мы выбили за бак. Да мало. А, он сдвинулся. А Жданик, ты до конца не знал, где БМП, да? Не, я знал, я ее видел. Рип. Я даже... Такой, я обстрелял чувака. Твою мать. А потом, короче, держу конкурс, да? Ну, думаю, что-то долго их не вижу. Думаю, вдруг они мне вообще-то заберут, задавай, да? И в этот момент я, у меня пушка задирается, а они едут. Я это вижу краем прицела. Такой, блин, начинаю вперед выкатываться. Сидел, высматривал, высматривал их. Ну, и на нас самолет зашел. Мне больше интересно, как бы, ну, что будет Беттер наш делать, совсем не понятно. Ох, чё-то нас всех перекосили в ангара. Мои едут. Что? Где это? Как летать? Ну, в килл. А, всё, понял. А пилот сушки вражеской, это первый был сбит? Ну, синий был сбит первый или кто? Да, да. А, синий. А второй ещё летает? Умер. Не, не, он жив. На воде. Типа... Смотри, он сознание потерял. Попадание.
Лагать теперь по воде. Ох, ну хоть не зря я тут дуру здоровенную что, с собой таскал. БТР что ли захватили? Да. Так это нас из БТРа, да, завалило? БТР, ну, пошел. Что за фигня? Стало лучше в городе или нет? Не, Паша, я не понял, какие-то здания заменил. Какие здания все те же самые. Да, ну понятно. Кто ну, лагать-то перестало творить? Да, я не знаю, я как бы за городом был. Надо у тех, кто в городе воевал. А какие-то здания заменил? Я просто сейчас пытаюсь... Пятиэтажки панельные. Так вон они все стоят. Это другие здания. Там они были с комнатами на всех этажах в Кадябине. А это не на все? Нет. Спитер хочет вообще в тыл зайти? Хитрый. Все равно не понимаю, почему лагает. Ну, в Кадябине не добавлено. В смысле, сейчас лагает? Не, ну в смысле, я не знаю, как сейчас. Ну, полигонов много, они, может быть, там, даже у них водов нет у этих домов. Сейчас кто-нибудь из вам приедет. Слышь, не знаю, чего вас лагает, нет, чтобы FPS было все нормально. Нет, сейчас все нормально, сейчас нормально. Рексар, блядь. Я нормально, нормально, пятиэтажки, кстати, опять же, типа, они, конечно, поменены, но, типа, все равно, так все, в плане того, что тяжело переходить вот эту вот низину, где мост. Уж простреливается там вообще пиздец уплот. Спитер думает, что обошел всех. Обошли его. Да. Как не убил, упал же. Рофл, минус Спитер, что ли? Я его ранил еще. Блин, я сбегаю, думал, тут валяются, потом понял. Какие-то странные убивают, один вылазит, потом другой вылазит. Кстати, Спитер, ты не всех обошел. Что говоришь? Как долго? Там Рексар был 20 метров от тебя. Почему метка наша? Я не понимаю. Там 4 в ногах, как это я. Почему на красный? 40-30 минут прошло. Какие долго? Ну, не знаю, долго. Что-то у меня хим завис. 40 кс-ки там 5 минут. Нет, я вопрос. Почему там были врагов дофига? Зона стала красной. Что-то не про эту игра вроде. Знаешь, что сейчас будет? Я долго, потому что... Мне говорят, ну... Че, я ноги что ли сломал? БТР всю игру занимался вообще непонятно чем. Подводка. Тело это. Тать не скажет. Не, Рун Гут и кто там Декфорж, когда. А, Махно уже там нет. Этим Карычем Махно просто тут повезло. Где Карыч? Где Махно, где Карыча? А Карыч стоит. Наверное. Вообще за тебя звонок был. Нет. Да. Да. Нет, он сейчас сидит, Махно в этом. А, может быть в этот? Может не надо тут это, да? А кто в начале городского штурма поплыл? Почему? Разный вопрос. Что? Наши. Почему так, посмотри, там три синих в этой зоне сидят. Ну там все равно же есть. Так красный. Да условия читай, какие, чтобы страховать. Так она была, сейчас... она была синей, потом стала красной. Так мы перехватили. Там никого нету, ну да. Ну сейчас никого, а тогда там БТР и еще три чела было. Сейчас там и есть три чела. Ну сейчас нет. Ой, гон, блядь. 9 квадратов, тогда и. Азарт. Азарты свои, что ли? А нет. Он еще и живой, просто ваш, блин, ладно. Это не КМ, понятно. Воу, флайер не валяшка. Да они вообще просто с нахуй друг от друга забудьте. Тут самое главное, стрельбу не отличишь. Разошлись как море в корабле. Кто там плавает? Ладно. Валяшка недалеко от еще одного красного. Смотри, они все-таки приплыли. Обе пилота, он подмы как русский. Ладно, я бы его пристрелил. Репит, че, шаги услышал, гранату. Не, после щиты включил. Ну нет читов. Да ему возле мусорного контейнера нравится. Да я знаю, что. Он зато он тоже убивает он. У нас же батлайн уже не мог.
И больше все дальше и дальше отъезжает. Он так стрелять будет или нет? Он все время целится, у него оптика что ли? Кочегар. Сейчас кочегар может встретиться кого-то. Ислам, например. Стрельните себе это. Отстрелить. Не, он. Парни, скажите, как мне не в рацию говорить, а вот когда говорят... Да, там... Ну, какая у тебя группа работает? Живой, что ли? А, тогда смени, потому что капслок это разговор в рацию. То есть, всё, ага. За меня, меняешь на какую-то другую, и будет она ближней. Понял, понял, это капслок будет ближней, она... да, если без нет, рации? Нет, наоборот, капслок она забиндена в рации на рацию. А поэтому тебе как бы, когда ты говоришь в рацию, у тебя и в рацию, и голос. Блядь, пиздец, он там сидел, ага, за понял. Углом, вот падла. Тебе надо не на голос поменять. Он за углом сидел, ты вышел понял, на понял, него. Спасибо, сейчас попробую. А я его не увидел. Не я увидел? Я он тебя, я он тоже с чем? Там, да. Там забор. Не понял вообще, что это. Он тоже аутировал, открыл, видимо, карту, закрыл, увидел тебя. Побежал за тобой. Приятного аппетита. Угу. Спасибо. А что за тачка в аэропорту стоит? Мне сесть можно? Там машина, все можно сесть. Блин, вот это плохо, фигово, не было бензина. Он слился куда-то, цыгане, может, слили. Ну, открыл бы там, наверное, наверняка они старались. Ну, вот там. Сказал бежать, все, я побежал к нему. Ну, блин, что-то подозрительно, красных-то нету в зоне. Красная. Правильно, правильно. По своим? Ну. Сава, вали ворона. Он каткадыш по своим. А, окей, значит я своего убил. Почему, что сделал мехвод в год один наш? Я не знаю. Он, наверное, думал технику найти. Учиться не убежать, о, охуенно. Вижу чувак какой-то, вообще не... Да вонючая система ветров, которая лагает, она еще ошибками сиротными экрана постоянно. В смысле лагает? Лагает дома? Локал эреры вон идут. Ну клей, ошибка, ну, могут сейчас. Луп, маркер, SQL. И валяшка. У меня такого нету. А что нижняя зона? Я могу скриншотик понаделать. А, все, синий стал синий. Вон там гон сидит. Блин, еще это бэха так вовремя отработала. Я почти это пацана убил. Но бэха отработала, у меня ствол вверх пошел. Okay. Что-то странное. Очень странно. Куда вы, кстати, стали? 3 на 3. Они. Или они были 3 на 3. А, че, красные побеждают, да? Печаль. Хочу заметить, это не у меня. Не а, факт, а в игре. Что красное. Там БМП еще живой, а синих. Это я про часы, если что. Ну, а БМП. Там стрелок только сидит. Чё так фор хочет сделать? Мотирует. Чё так много часов одновременно? А, все, уже одни. Так фор выезжает. Или БМПшку хочет затаранить. Не, ну БМПшку можно убить с подвоком. Ну, мне а сказали, там? Нельзя. Можно. Ну, можно. Мне сказали, на таком расстоянии не получится. В башне? Нет, с такого расстояния нет. Ну, где-то с метров 100-300, даже 400, по-моему, в башне она прям сразу загорается. Когда что-что, это не Manofar. Если прикинь, как Manofar бы техника работала здесь. В смысле, подбитые? То, ну, в смысле, стрелять на 100 метров. А. Убивать. Не, ну, блин, зато в Manofar круче вся система повреждений. Ну, да. Там красивенько, там всякие эти части отваливаются, там всякие... Людей. В Колдваре так вообще там на каждую машину там по куче систем. БМПшка свалила оттуда, все понятно. Угу. Она рычаг пошла, походу. Ой, нет. Да нет, он там идет. Просто оттуда просто не будет долбить? У красных у территория намного более хорошая. Больше мест здесь спать самое.
Не, ну подожди, тут вообще на самом деле баланс. С одной стороны, как бы у красных вроде больше, но у синих вроде получается. Больше зонда. Ну, когда время закончится. На этот уже. Похоже, Декфор БМПшку видит. Должен. Где наша БМПшка начнется? Не, ну если он сейчас в этом расстоянии начнем стрелять, это как габел. Для кого? Если он начнет сейчас сюда пострелять, это будет глупо. А что делать наша БМПшка? Что захватывается территория? Что это будет? Или там два минимум? Я бы прям в упор... Два минимум. Репиток и сидит в своем углу, кстати, уже сколько там? А зачем ему ходить? Гейминг. Но он проигрывает? Нет. В прошлый раз мы играли, я был за синих. У нас был один квадрат всего из 5. И потом просто взяли и все, всех убили. Остался вообще... 45 минут, кстати. Так бы номинально он проигрывает. Ну, по очкам он проигрывает. Какие очки? Мы во что играем? По квадратам. Вроде я читал здесь быстро. 2 минуты тогда. Бэха вообще куда-то поплыло. Угу. Ну Бэха чё? Ну Бэха в принципе правильно делает, она их пугает. Она не дает высунуться, не дает наступать. Высунуться, стрелять по высокам. Ну это вообще я бумаг. Это психологический эффект. Это как Карыч, это не психологический эффект. Ворон закрылся в контейнере. Отсидеть. Причем не в зоне даже, вообще влево. Блин, вот она тоже стрелял с калаша, стреляю, и тут же он уходит. И прям такой, Кстати, кто меня убил? Ой, Декфор работает по бэхе. Зря он это делает. Да бэхе даже что-то не обращает внимания. А потом есть там? Видимо, нет уже. Да и зачем? Будет уже чисто. Гонза, вот сейчас Гонза зарешает. Гонза в ПГ уже 2 часа стоит. Он, я думаю, не попадет. В воде сложнее. Не, высота он меньше. Вот он. Вот. Вот. Воу, саму БДР саму. Всё, пошли. Уходи. Уходи. Ни хрена себе. Когда МТ пошло на дно. Попасть в ВД-класс. А они успели сжечь? Да, успели сжечь. Да, успели. Да. Так те, что, стояли, стреляли, надо было ближе подъехать, что ли? Километр? Они еще дальше, ПМП еще дальше плывет. Нет. Короче, я говорил, в порту кто-то будет. Да, спереди деревьев в БМП сожгли. Да, в БМП сожгли, успели. Так, может быть, КТР? Мы ее несколько раз там... Мне вообще казалось, что мы ее вообще стреляли. А нафиг мы с такого расстояния пытались в нее стрелять? Зачем вы стреляли вообще? Да, ну если бы мы поехали к ней, она бы уже переплыла, мы бы не успели. Нет, вы с такого расстояния вы вообще никуда не стреляли. Они бы прям куда-то. Там 400 метров, а дальше... Сколько минут длится? Ну, буду знать теперь, хорошо. Где все самолеты? Мы что-то этого не стреляли, она дико лагала, когда там присутствовала. Нет, ну вы как бы с другой стороны помогли Гонзо. Они, ну, на вас в классе, Гонза ее бахнул. У Махна такой пэйчесан дебильный. Инфа нам вообще такая пошла, потому что за нами вообще пошли убивать на пэйчески. Слушайте, я отходил на 10 минут. У меня была камера на репите. Гонза пришел. Я сейчас вернулся, и он там же сидит, да? Там сидит. Да, это просто... Меня на пацаны такая... Засосало, сын казали. Что за дичь в аэропорту? Почему сразу три тела валяется? В аэропорту? Ой, это просто порту. А там этот, наш бэтер заняли, здесь нас же его расстреляли. А, так это я, ваш бэтер сел, короче, вижу, пацан бегает. Слушайте, стреляю, я по нему. Просто еще так, один. Что говорил, возьмите... Сейчас будет в замес в ангаре. А вы, если кто-то там... Ну, у него бензина не было, я просто уехал. Со спины там кто-то еще шарится. Да, сейчас ангар взорвут и все. Они вот я на бы выбежал, как бы я бы ранил, но он медик сам себя похилил еще полностью, идеально. Читы эти. Даркнис, ты тут? Ау. Я же говорил, в БТР с РПГ стреляйте, что он взорвал. Они показывают, смотрите, без звука общается. Кто с кем? Издевайся!
Паша, блин, портируй этот пиктатор лога, слышишь, что он был 200. Это на уровне рации. Что-то они круто бегают. А смотрите, бегают разные стороны, как будто дуэль у них есть. Махно же снайпер хотел что-нибудь. Махно был со снайперкой, он понял, что он ничего не может. Сейчас, подожди, флайер по поводу ГПшин. Походу... Что там фристайма осталось одна минута? По-моему, что-то я гранату закинул. Так я гранату еще... Что происходит? Битва не убил. Я флайера минусанут. Нет, конечно. О, ворон, пейтинг стал. Пиздец. Смотри, смотри, смотри. О, нифига себе. Что, на стенку? Ну, минус один, хорошо. Еще одного сейчас. Пэл, АВ убили. А, не, не все. А, там еще один. Блин, оглянулся и все. Ага. О, победа. Да. Твоих убили.